previously on Resident Evil Revelations. This is the Tiamis virus. We're equipped to infect one-fifth of the Earth's waters. Terrorists. Now they want to use the virus to stage another attack. They seek the truth about Terra Grecia. And vengeance. Raymond! That corp you ran into earlier? Send a team to Valcoin and Mach Airport. Look for something linked to this ship. I'll send Quinn and Keith. I hate snow! Snow hates you. Just find out anything you can on Veltro. Всем привет, с вами Рэй, и мы продолжаем с вами проходить игру Resident Evil Revolution. Эпизод 5. Раскрытые тайны. Хорошо, я понимаю ситуацию. Похоже, найденный жетон системы охраны был на потерпевшем крушении судна. Босс, есть новости от Джилл и Паркера? Нет, пока нет. Мы потеряли след корабля, когда они высадились. Это нехорошо, надеюсь, с ними все в порядке возле места аварии. Я тоже уж очень давно с ним не связывался, я начинаю волноваться. Найдите терминал на месте аварии и выясните все, что возможно о планах Вельтра. Место аварии совсем рядом, идем. Здорово было бы, если бы мы нашли ключ к завершению всей операции. Ну что, ребят, пойдемте в следующее место к аварии. Слишком светло. Наверное, поэтому это называется полуночным солнцем. Так, ага, прискакали. Псины. Нет, поскольку они волки. Угу, давайте бегите. Шпана. Чё стоишь, давай лупи. Гриндер, я проверю наш терминал. Вот где будет развлечение. Квинт, не оставляй меня в одиночестве, безумный компьютерщик. Я тебя умоляю, Гриндер, что я по-твоему делаю? Опс. Угомонись, что с тобой? Просто я не знаю, как будто меня что-то ударило. Что? Блин, дерьмо. Посмотри. Человек-невидимка или что-то другое, уверен. Правда? Это Хантер. Он исчез. Так, началось, короче. Привидение, новая разновидность Хантера. Спасибо, объясню. Я говорил про этот удар. Так, началось, давай, ребята. Рошим этих ублюдков всех. Куда стрелять, если я его не вижу? На ощупь, ёпта, куда стрелять? Так, блин, вот он. Прям под выстрел ко мне, иди сюда. На, блин, гад. Отлично. Так, еще один. Ах ты, гад, встал. Давай, добиваем. И сколько осталось? Не знаю, не вижу. Это удар. Так. Да что ты будешь делать-то, а? Иди сюда, говнюк. Блин! Гад сзади, из-под тишка. Ну все, лох, ты нарвался. Где ты там бегаешь? Иди сюда. Пусика. Дроби. Ты-то откуда выпрыгнул, блин? Да что ж такое-то, а? Смотри, что делает, а? Действительно хреново воевать с невидимым врагом, блин. Получил. Да что такое? Ну что будешь делать, блин? Давай, иди сюда. Сколько же их тут будет-то, а? Второго убит, Квинт. Сколько их осталось? Да откуда я знаю, сколько их осталось? Казалось же, не знаю, я их не вижу. Такой удар.
Не знаю, ну... Маразматики хреновые, а. Так, промазал. Давай, давай. Так, там еще двое, как минимум. Что ж такое? Хорошо вернулся. На ощупь не получается. Так, ага. Ну, куда ты побежал? О, молодец. Ну, добьем давай его. Паразит. Так, он отпрыгнул. Значит, где-то здесь. Вот он, блин. Собака, хотел мне звездануть. Ну чё, музыка стихла? Похоже, их больше нет. Тогда к терминалу, на самолет, пока эти монстры опять не возникли. Так, трава нужна, а? Так, чё тут, пули? Травка. Так, что у нас тут? Пистолет полный. Пулемёту это хорошо. Давай, выкидывай эту хрень. Стоит тут на пути. Так. Окей, все готово к работе. Квинт, пора приступать к работе. Не могу найти журнал вызовов. Попробую кое-что иное. Спокуха, ты с машинами хорошо ладишь. Вот с дамочками. Точильщик. Что такое? Нужно срочно связаться со штабом. Это штаб, говорит О'Брайен. Что? Это осел. Я узнал координаты корабля. Отправляю их. Молодцы, отличная новость. Вот здорово, вуаля, и получили координаты. Ну, я мог бы рассчитать время в пути, последний известный маршрут, но это бы заняло много времени. Потому я и говорю здорово. Ты не понимаешь, я ничего не рассчитывал. Этот корабль ищет не только мы. Погоди, ты что хочешь сказать? Ты говоришь, что Ветр сбежала из своего укрытия, и теперь ищет собственный корабль? Именно это я и говорю. Хоть я не уверен в точности собранных мной данных. Отлично. Так мы даже не знаем, кто наш противник. Именно, это фрагмент головоломки, который нам нужен очень. Это Крис, я получил координаты. Это недалеко, скоро будем на месте. О'Брайен, мы выдвигаемся. Так, ну эпизод 5 «Раскрытые тайны» мы прошли. Previously on Resident Evil Revelations. What took you two so long? At least we're here. What's up with Beltran? Straight into the depths of hell. It's a security token. It means we can scavenge the data on that radar. What the? What happened? Boss, have you heard from Jill and Parker yet? Their investigation led them out to sea. And we lost track of the ship. This is Jackass. I got the coordinates on the ship. I'm sending them now. That's not far. Chris here. I received the coordinates. We're running out of time. Damn it. Ryan, we're on our way. Эпизод 6. Кошки-мышки. Двадцать 23:16. Средиземное море. Где же они могут быть? Где угодно. Начинаем.
Начинаем. Так, ну что, погнали? Как ты планируешь их найти? Без всякого плана, обыщем каждую комнату. Класс. Найдите Джилл и Паркера. А если Вельтра первая нас найдет, ну, тогда мы ее захватим и устроим допрос. Так, куда мы едем-то, не пойму. Так, знакомая комнатка. О! Иди сюда. А это новая мутация. Реакция на новый вирус. Я знал, что это случится. Смотри, а какой мощный. Иди сюда. Так, сзади тут еще, блин. Я со всех сторон что-то лезу. Да сколько вас тут будет, а? Вы хоть кончите здесь? Они постоянно появляются. Попробуем молниеносно атаковать и пройти между ними. Да уж пройдешь тут между ними, блин. Когда такие маразматики лезут. Так, ну что, давай, иди сюда. Да. Сдохни, мразь. Блин, как всегда. Не вовремя заканчиваются патроны. Ну-ка на, получи-ка. Крис, быстрее. Да куда быстрее, и так быстро. Так, забираем все патроны. Граната, это хорошо. Так, куда нам дальше-то идти? Так, просканировать надо обязательно. Так, 30%. Так, чего у нас тут? На второй этаж пойдем поднимемся. Так, еще одна граната. Так, здесь делать нечего. А, нет, вот сюда надо пройти. Так, что у нас здесь? Так, граната импульсная. Так, цветочек. Так, ну здесь тупик. Здесь нам нечего делать. Так, пойдем на выход. Так, отсюда я пришел. Нафиг. Так, тут чисто. Так, что здесь? Что-то мне здесь не нравится. Здесь что-то не так. Так, что надо сейчас отсюда возвращаться, получается? Так, зайдем сейчас в эту комнату. Так, ну это я обошел в круговую, короче, получается. Значит, выходим отсюда. Так, едем тогда, получается, что? Пойдем просмотрим другие места. Тут нечего делать. Карта бесполезна. Там что там, патроны? Забираем их. Так, тут тоже. А, нет, тут открыто. Так, ну пойдем во вторую дверь зайдем. Так, тут закрыто.
Так, а там тупик. Блин. Так, ну ладно, поехали обратно. Что такая музыка тревожная? Как будто что-то где-то нас ожидает. Но я этого пока не нашел. Так, что у нас здесь? Где мы еще не побывали? Так, опять поднимаемся туда. А, нет, тогда давай сюда войдем. Пойдем по лестнице поднимемся. Так, это что такое было? Угу, здесь мы еще не были. Так, дверь. Бежим. Да что происходит на этом корабле? Я только надеюсь, что у Джилл и Паркера все в порядке. Так, что здесь у нас? Ага. Внизу гранатка, что ли, лежит там? Угу, точно. Так, ладно. Пойдем в дверь зайдем. Так, что нас тут ожидает? Ну давай ты быстрее открывайся, ё-моё. Идите сюда. Джакас на связи. Привет, где Паркер и Джилл? Есть соображения? Джессика, да-да, подожди. Судя по построению корабля, здесь не в порядке двигателя. Я рискнул спуститься в корабельный трюм, чтобы снова включить двигатель. Разумно, сейчас мы спускаемся вниз. Так, следуйте к скуловому блоку. Ну что так долго-то, господи, а? Давай, крутись колесико, крутись. Так, ага, казино. Траву заберем. Уверен, здесь кто-то есть. Опа! Видишь, я тебе говорила. Не стоит любоваться, а просто посмей его. Блин, уроды эти. Да еще и двое. Ну, пожалуйста, убирайся к черту, чудовище. На. Хорошо-то, как на еще одну. Блин, им пофигу. Да сдохни ты, мразь, блин. Я уже всех тут закидал. Вот дерьмо, вот дерьмо. Смотри, какие живучие уроды, а. Блин, тут тупик. Тупик. Да, сейчас накроют. Ну, пробеги ты. Патроны. Нет, это нафиг. Так, давай. Да сколько? О, один готов. Джессика, да отойди ты оттуда. О, хер ему, по-моему, блин. Бежи. Ну давай. Есть. Есть, ребята. Так, что-то из него выпало там. Ключ. Ключ трезубец. Так, это хорошо. Это для каких-то дверей. Так, травку заберем. Ага, вот для этих дверей. Так, что, спускаемся вниз? Так, Вильтер хочет выпустить этот вирус в окружающий мир?
Он уже заразил корабль. А Джилл и Паркер встретят его с торжеством. Что за уроды? Ух ты! Бомбочка, блин. Зомби-бомба. Так. Кто там у нас? А, старые приятели. Черт, в стену бью. Да в стену же бью, блин. О. Так, а это что еще за хрен? Ё-моё, надо быстрее его. Так, хорошо. Этот все еще там сидит, блин. Вот дармоед, блин, а. Блять, патроны, как всегда, блин. Так, слег, растекся, короче. Так, что у нас здесь? Находочка. Ручная граната. Это хорошо. Две гранатки у меня. Так, ползет еще там кто-то. Еще ползет кто-то. Опять этот взрывник. Раздутый. Ну, взорвись ты там, что так? Вот. Это уже другое дело. Так, и еще один, да, у нас тут? Дружок, блин. Толстомордый. Мешок с дерьмом, я бы так сказал. Ну, нифига. Что ты там рычишь, паразит, блин, на, в башню. С удара, блин. Так, и что там у нас? Креветочник опять стоит. Ну да, он самый. Перезарядка. Идет, блин, хромоногий. Вот нормально. Лучше и не придумаешь. Так, 52. 53. Как уже достали эти потемки? Угу. Ох ты, ё-моё, я вышел. Идем вниз. Знакомое местечко. Лифт. Так, ну что, поехали? Блин, лифт сломан. Значит, у нас вариант только один. Надеюсь, он работает. Ты гляди-ка, работает. Текущее время проход скулового блока. Проклятие, эй, кто-нибудь. Буду в долгу навеки. За Васи, Паркер. Нужно найти выход. Так, следуйте к скуловому блоку. За спасение своей шкуры Паркер должен устроить нам ужин. Двери, двери, одни двери. Ух ты. Внимание, поломка двигателя найдена. Немедленно сообщи в машинное отделение. Так, гранаты.
она не двигается с места. Блин, сколько их там, а? Ну что, давай. Мне бы этого жирного подбить бы. Взрывайся, жердяй. Аха, хорошо. Да сдохни ты, мразматик. Опа. Да, Джессика, ты хорошо сейчас его дверью огрела. Было замечательно просто. Так, ну что, где остальные-то? Угу, стоит. Так, извини, братан, что испортил твои планы. Не сегодня. Блин, здесь еще больше. Не прекращай стрельбу. Взорвись ты нахрен. Глобальная зачистка. Сканируем. Че по одному-то? Так. Так, сосет там что-то опять, блин. А ты-то что, вылез с люка? Ох ты, гад, ты посмотри, что делает. Бля, в окружении, ё-моё. Так, да что такое-то, блин? Сейчас сдохни, наверное. Блин, надо было того жирного валить. Это опасно. Оружия нету, ё-моё, придется ножом. Угу. Если успеем. Так, админ есть. Ну, давай, 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 сдохни. Отлично. Так, сканирую. Да что по одному-то дают, ё-моё, ну. Так, теперь надо этого жертвяса валить. Ха-ха, успел. Ну а теперь выходи и так перезарядиться. Иди сюда, пусти. Ну что ж, и так, Джессика. Надо было отойти. Патроны, набираем патронов, потому что у нас вообще голяк. Траву. Так, оно не двигается. Тут, как всегда, ничего не двигается. Ух ты, ё-моё, блин. Так, ты сдохни первым, потому что ты тут нахрен не нужен. Ну, вы следующими. Так, отдохните. Как-то. О. Да сколько у вас тут, а? Ты посмотри. Что-то не мучится. Это самый лучший вариант был. Травка наша. Так, что тут? Так, да, идем туда. Машинное отделение рядом, поторопись. Нет никого. Куда ж ты пошла, Джил? Вас 343. Проход с кулового блока. Ничего хорошего. Здесь должен быть путь. Покиньте машинное отделение. Так, ну что, давай ныряем. Посмотрим, что тут есть. Где тут этот путь? Так, пока ничего не вижу.
Так, найдена труба. Дверь закрыта. Так, что-то я не догоняю немного. Это что у нас здесь? А, здесь пол. Так, еще одна труба. Блин, совсем забыл, когда я проходил ее на этой, на консоли. Куда и что тут надо идти? Давненько это было. Так, здесь не пройдем. Тут не промернем. Так, закрыто. Надо тут все облазить. Так, закрыто. Тоже закрыто. Труба, толку-то нам от нее сейчас. Блин, надо что-то взломать, блин. Что-то... Блин, кислород кончается. Надо что-то взломать. А вот что, не помню. Что-то открыть надо, блин. Насос, это понятно, здесь ничего нету. Так, здесь тупик. Тут ничего не действует. Да я вроде бы уже как все проплавал здесь. Уже все, уже, наверное, круга 3-4 накрутил. Так, здесь не проплыть. Блин. Вот, оказывается, куда надо трубы-то. Вспомнил. Так, за следующий надо плыть. Где она там лежит-то? Я уже и забыл, блин. Так, вот. Вот она. Давай, 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 быстрее. Ну! Ну вот, Паркер, а ты б сделал. Теперь ты мне должен пожизненно, как говорится. Никаких проблем, а, Джилл? Еще бы чуть-чуть и все. Так, ну что. Забираем все это. Барахло. Так, вот это хорошая вещь. Электричество восстановлено. Мы должны опустить перегородку в комнату управления. Закройте перегородку. А, переборку. Так, тут закрыто. Ах ты, гад. В тихушку вылез тут, а? Так, идите сюда, ребята. Надо бы из вас уху как-нибудь сделать. Так, еще двое. Так, а ну-ка. Не до тебя сейчас.
Так, патрончики забираем. Так, патроны к пулемету все полностью перезарядим и заберем. Электричество включено, можно работать. Хорошо, пока что продержимся. Я проверю систему управления. Чё там за тревога? Проклятие, нет сигнала. Может, неисправна антенная решетка? Она на смотровой площадке, может, ее удастся починить? Наверняка вид оттуда прекрасный. Я тоже. Идем. Так, опять теперь. Прогулочная палуба. Мы можем забраться туда вверх из холла. Пройдите в холл. Ну, давайте. Так, здесь что? Перегородка плотно закрыта. Так, как нам вернуться в холл, ты уже забыл. Это остановило, вода по-прежнему. Нормально, перегородка закрыта, нам надо подождать. Ах вы уроды. Втихаря тут сидели, блин. Вот так же синхронно и подохли. Так, в холл, значит, в холл. Так, это нам придется, наверное, подниматься, я так понимаю, на лифте, да? Другого же вроде пути нету. Нет, мы на королеве Сирамидзе. В текущее время королева Сирамидзе. Хорошо, в ходе исследования Квинт узнал, что кораблей было два. Наверное, вы на судне того же типа, что и королева Зенобия. Возможно, Джилл и Паркер держат на том корабле. Вы установили его местоположение? Нет, но этим занимаются наши лучшие люди. Но ведь немного времени прошло, так? Верно, скорее всего, еще несколько часов назад. Корабли шли вместе. Осмотритесь, может, что-нибудь найдете. Вас понял. Так. Одного я не понял, с какого хрена они на другом корабле-то там оказались. Вроде высаживались на нашем корабле, блин. Высаживались вроде на Зенобии, а оказались на Сирамиде. Ладно, неважно. Опа! Какой красавец! Какой-то новый вид. Дерганого какого-то. Еще взрывается по себе. Кто знает, что Лера намерена делать, кроме издевайся над нами. Так что мы здесь не знаем, что нам делать. А кто знает, мы не видели ни их шкуры, ни волос с момента просмотра видео. Не нравится мне это. Чем быстрее мы доберемся до прокулочной палубы и свяжемся с центром, тем лучше. По крайней мере, они установят нахождение Криса. Так, ага, вот здесь вот казино. Ну, тут до холла уже осталось немножко. Так, дверька эта откроется, нет? Хрен там. Значит, пошли наверх. Что это такое было? Ты слышал это? Так, вот он, лифт.
Так, ну что, надо ехать? Джилл, сюда. Да понятно, что сюда. Движемся. Отлично, теперь сможем добраться до прогулочной палубы. Конечно, сможем. Опа. Что за... Наверху кто-то есть. Это что за чудик? Червяк Джим какой-то. Что за черт? Что за черт? Давай убить его нам несколько. Нам некогда с ним разговаривать. Хитрый ты, сукин сын, возьми. Отлично, эта штука сработала для нас. Без всяких ограничений по весу. Ты давай строчи, блин. Что за чмо-то, а? Так, он что там? Ломает нам лифт, что ли, урод, блин? Вылез опять. Урод непонятный. Так. Что ты там раскачиваешься? Блин, надо ему попадать в эту хрень. Опа, нифига он нахлобучил. Так что, хвост его или рука, блин? Проклятие живучий. Что, все? Закончилось? Мы на свету? Так, ну что, выбрались, да? Наконец мы здесь. Да, но сейчас ночью ничего не видно. Да и пофиг. Так. Ага, он к нам крадется. Давай, Паркер, стреляй. Так, баллоны здесь неспроста. Отлично. Получай, сукин сын. Так, бить ему надо в эту вот хрень. Потому что остальное тело у него бронированное. Ё-моё, куда граната? Остаток кошетила. Хорошо, хорошо, он ударил. Да вставай ты, блин. Так, вставай. Ого, он еще тут бегает, сносит все на своем пути. Собираем попробуем. Осторожно, один удар, и он тебя убьет. Да, ну с удара-то навряд ли, конечно. Что же это за чертовщина? Посмотри на него, как ему удалось выжить. Вау-вау-вау-вау-вау, бежит. Все, обойму вырежу. У этого сукиного сына. Опа. Хороший был удар. Смог, как говорится, сбивает. Так, иди сюда. Иди сюда. Ближе. Отлично. А это тебе по вкусу, дрянь? Блин, не попадаю. Не попадаю. Дармоед, блин. Травка. Так, ну что ты там будешь делать? Выкуси-ка. Ой-ой-ой. Черт, я даже не успел отбежать. На-ка, выкуси. Блин, не успел немного. Так, Паркер, ты там давай, не это. Ну что ты там со своего говнопистолета, блин, строчишь, блин? Так, это не бомба. Я думал, это бомбочка. Блин! Смел меня, блин. На, выкуси. Не, по-моему, граната ему пофиг. Так, начинаем бежать. Бегай.
Ну-ка, 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 в морду вон и плешивую, блин. Блин, патроны, как всегда. Что стоит убить эту тварь? Встань ты, блин, наконец. Так, ему надо стрелять, короче, в мягкие ткани, потому что остальное тело у него просто бронировано. Так, куда тут? Тут некуда стрелять. Ну чё, разбегайся, будешь бежать, нет? А, блин. Хотел в морду, да не успел, блин. Это было ожидаемо, в принципе. Ох ты, ничего себе, вот это вот уже неожиданно было. Так, ну ладно, три лечки еще есть, нормально. Мимо косорылой. Когда ж ты сдохнешь, то урод. О! И лесенка сразу выпала. Отвратительно, просто омерзительно. Что за ночь? Так, траву забираем. Ну, это, наверное, не работает. Джилл, вначале починим антенну. Так, ну что, нам надо идти по лестнице. Сканируем. Всего 9. Антенна наверху. Запустить антенну. Все понятно. Запускаем антенну. Так, что тут? Ключ-карта. Ключ-карта для тех замков, которые мы не могли тогда открыть. О, как же приятно попасть на свежий воздух вновь. Мы получили гораздо больше, чем предвидели на этом корабле. Все время сражались за собственную жизнь. Надеюсь, мы сможем перевести дух после контакта с центром. Проверю проводки у антенны. Так, ну что, давайте соединять тут все опять. Угу. Не-не, вот это в бок. Так, отлично, открыли. Это необходимо, есть шанс. Надеюсь, работает. Это Вермиллион, штаб. Ты читал? Говорит О'Брайен. Вы оба в порядке? У нас получилось. Босс, говорит Паркер, эта гадость попала в вентиляционную систему, и ее там очень много. Знаю, все это было подстроено, и мы попались. Откуда ты его знаешь? Откуда вы знаете, что это подстава? Что случилось, босс? Говорите. Оставайтесь на линии, у меня экстренный вызов. Нет, подождите. Сэр, мы прибыли. Экстренный вызов от ЕОБ. Их спутник засек движение. Европейский отряд безопасности? Продолжай. Есть, сэр. Похоже, интегратор солнечной энергии на серой земле вновь активируется. Быстро они.
Похоже, кто-то нашел королеву Зенобию. Ты нисколько не изменился. Паркер! Штаб, что происходит? Тут вот-вот ад развернется. Активирован блок солнечных батарей. Он направлен на укрытие Вельт на берегу Средиземного моря, замаскированный под круизные лайнеры. Спутники, уничтожившие Серую Землю? Прямо над нами, не могу поверить. И они хотят уничтожить этот корабль? Босс, выведите нас отсюда. Простите, я не могу этого сделать. Ну а с вами был Рэй. До следующих выпусков.